Начнем выпуск с печальной вести. Сегодня карагандинская общественность прощалась с генерал-майором, начальником департамента внутренних дел региона Нурланом Рахимберлиным. Гражданская панихида прошла в театре имени Станиславского. Главный полицейский области скончался в минувшую субботу. Как сообщили в ДВД области, Нурлан Рахимберлин болел, однако до последнего дня работал в своей должности. Начальник ДВД региона родился 5 июля 1960 года в Караганде. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР и Академию Российской Федерации. Кандидат юридических наук. Начинал службу участковым инспектором милиции, следователем Саранского ГУВД. Многие годы его служба проходила в органах внутренних дел Карагандинской области. Кроме того, работал на руководящих должностях МВД. С мая 2004 года по сентябрь 2008 являлся заместителем начальника ДВД Карагандинской области по следствию. С 28 января 2009 года приказом Министерства внутренних дел Республики был назначен на должность начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области. С 5 мая 2010 года руководил Департаментом внутренних дел Карагандинской области в звании генерал-майора.